парк с космическими арт-объектами в Тракторозаводском районе или цветочный сад на северо-западе. А каких парков, по мнению челябинцев, не хватает нашему городу? Выясним прямо сейчас. А не хватает каких-нибудь, арт-объектов красивых, необычных. Нам необходимы какие-то небольшие скверы для выгула собак. Я считаю, что там людей должно быть меньше. То есть их немножко чуть побольше сделать, чтобы распределили. Когда много народу, это уже не вот. Меньше делать шашлычных и прочих заведений. Мне кажется, нам не хватает больше прогулочных зон, да, каких-то уютных скверов и больше пространства для молодежи. Ну, мне кажется, сейчас это все как бы рассмотрели. Вот я вот хожу в парке, и для пожилых там есть мероприятия, и родители с детьми приходят.